Однажды где-то в Татарстане один мудрый бабай встретил маленькую девочку. Он отвез ее далеко в горы, туда, где огромное озеро, круглый год покрыто льдом. И там обучал ее мастерству фигурного катания. Прошло 18 лет, и учитель сказал девочке: «Отправляйся в Москву, стань знаменитой актрисой, попади на проект «Ледниковый период», найди там Романа Костомарова и передай ему привет». Вот такая вот легенда. Встречайте, легендарная Чулпан Хаматова и Роман Костомаров! Хорошо, пошел. Не туда пошел, придурок. Латинский танец? Какой страстный. Да. Нет, а я наоборот представляю такой тихий бразильский вечер, закат. Ну, переходящий в страстный танец. Да, я понимаю. Иди ко мне. Ну, как там, да? Ну, так, либо так. Давай с тобой определимся. Я за бабу. Не знаю, почему всех поднимают, а меня не поднимают. Ну, и тебя тоже поднимают, это не очень высоко. Будешь поднимать. У меня будет в следующей программе Рома будет поднимать. Поднимай. Слышь, вот ты едешь по прямой, вот. Да. Да, так. Да! Надо ту брать. Не надо. Ну, брать, брать! Жалко очень, что постепенно сейчас народ будет так отпадать. Неважно, из какой команды. Команда жульная или из нашей, но, во всяком случае, постепенно скоро нас будет становиться меньше. Почему меньше, нас меньше будет? Может, мы пойдем тоже скоро? Нет, мы никуда не пойдем. Нет, пойдем. Мы будем до конца. Лучше нет, ну вот... что ты говоришь? Вот так. О, я нет, так не буду. Так опасно. Не буду. Я не буду, там так опасно, у него там коленка прям торчит, я опять проснусь, опять буду плакать. Я буду полагаться на Рому и Таланту. А я на Чулпан.